он! Ну ладно, ну, тихо. Слушай, ничего страшного не произошло, там были двойняшки. Ах! Я поздоровалась, потом пошла наверх. Ты пошла наверх? Чтобы отдать книгу. Ты бы еще улегла с ней в постели, потребовала прочитать тебе сказку на ночь. Ладно, ладно, я согласна, я совершила ошибку. Я понимаю. Эндрю, ты не понимаешь. А если тебя уволят, моя поездка в Париж может сорваться. А если это произойдет, я обшарю все фастфуды Нью-Йорка. А до тебя доберусь. Что, меня уволят? Откуда я знаю? Она недовольна. Андреа! Девочка, нужна новая книга про Гарри Поттера. Хорошо, хорошо, я съезжу в магазин. Вы упали и стукнулись головой об асфальт? Нет, кажется. У нас есть все опубликованные книги. Девочки хотят знать, что будет дальше. Вам нужна неопубликованная рукопись? Ну, у нас колоссальные связи с издательствами. Разве это проблема? А вы ведь и не то можете, верно? Да, милая? Да, мамочка постарается ее раздобыть. Вот это да. Я что, должна добыть? Я должна добыть эту книгу? Я должна звонить самой Джоан Роулинг? Представляю, куда она меня пошлет. Девочки едут к бабушке. Поезд уходит в 4. Значит, книга должна быть здесь. Не позднее 3. Конечно. Да. И принесите мне бифштекс через 15 минут. Непременно. Я за 4 часа должна добыть недосягаемую рукопись. МИД Валенский откроется в 11:30. А как же бифштекс? Ладно, я вернусь через 15 минут. Пожелай мне удачи. Не пожелаю.